Всем привет, Гаррис, и сегодня новый день, а значит новый влог. И сегодня мы приехали куда? Никелодеон! Я привел свою братву на Никелодеон забирать их дирижабли. Марк, ты как из фильма «Оно». Я, да. Не хватает только клоуна. Давай повторим фильм. Ты будешь клоуном, а я этим. Не хочу. Почему? Ты мне руку откусишь. Не хочу. Ты не хочешь есть мою руку? Нет. Почему? На самом деле мы идем снимать всякие заставки для Никелодеона, вот. Это будет круто. Как дела, Марк? Супер. Зачем вы едете так близко друг к другу? В смысле близко? Нормально, кажется. Это Гэри каждый день. Это Гэри каждый день. Это мой день, это мой час. Только здесь мы. И я стала сэпилярить. Ладно, может, надо, наверное, не надо делать так, потому что потом я буду так разговаривать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 14. Томаш, как это было рассказывать? Как мы записали подводки к шоу Никелодеон? Блин, мне кажется, это будет очень круто. Я бы уже хотела посмотреть. Да, в конце мая же, да? Мая! Мая, да? 20 мая. 20 и 27. 20 и 27 мая смотрите Никелодеон, потому что там будем мы, привет, ребята из XLive. Ева, Марк, Бинет. Мы сейчас засняли. Мы как бы снимали долго, но Бинет еще не готов. В принципе, я не удивлен, почему это именно Бинет. Это всегда так. Даже не важно, по каким обстоятельствам, но это именно Бинет. Мне кажется, она удачу просто потеряла. Помнишь, ты говорила, что ты удачу потеряла или что-то такое? Мы выяснили, что она еще в детстве, короче, что-то случилось такое, что она потеряла всю удачу. Жалко, конечно. Черепашки! Благодаря. Эй, Гаррис, я знаю, что сотый влог это очень важно, и он должен быть был большим, но он получился маленьким, так что простите меня за это. Дело в том, что не всегда успеваешь делать все, но сейчас я ищу оператора, который будет помогать мне с этим, и будет больше всего. Так вот, я надеюсь, что вам нравится новое оформление всего, что мы сделали. Мы переосмыслили все, весь дизайн, и сейчас я снимаю видео в реальном времени. То есть то, что вы смотрите, это произошло именно сегодня. Как вы знаете, влог запаздывает на один день, но то, что вы сейчас смотрите, я записал вот буквально там полчаса назад и сразу выложил. Дело в том, что вчера произошло вообще непонятно что. Что-то как неведанная моя тема просто произошла. Вчера, короче, к нам в дом попал какой-то клоун-убийца. И я не знаю, что это было, и это было стрёмно. Короче, мы бежали вообще на кладбище за ним. И поэтому завтрашний влог, я даже не знаю, что там будет и что это будет. Вы увидите все, но это жесть. Вот, поэтому ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить завтрашний влог. Это капец. Это просто шок. Контент мы наснимали. Я вообще не знаю, что это за пранк был или не пранк. Вот. Но это было страшно. Так что ждите завтрашнего видео, оно будет большое, интересное. И страшно. Это Гэри каждый день. Это Гэри каждый день.